Всем привет, я Влад, а это магазин «Попади в десятку». Сегодня у нас на обзоре газовый страйкбольный пневматический пистолет. Это Кольт М1911А1. Вот в таком интересном, скажем так, цветовом исполнении. Потому что эта часть, ну, близко к черному, темно-серый. Это коричневая, а это оливковый цвет. Когда я покажу пистолет ближе, это будет понятно лучше. Но сейчас такое чувство, как будто бы, может быть, и особой разницы нету. Не знаю, я просто не вижу, как это выглядит, но обязательно дальше вам покажу, что все-таки цвета отличаются. Прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео и напишите свой комментарий, чтобы помогать нашим роликам, конечно же, в продвижении. Про комплект мне особо рассказать нечего, но про пистолет зато есть что. Тянуть не будем. Погнали! Интернет-магазин «Попади в десятку». Произведен пистолет компании KJW. Прототипом пистолета является Кольт М1911. Относится данная модель к газовой пневматике, которая заправляется при помощи баллона с газом. Заправка осуществляется, конечно же, в магазин. Он здесь вот такой вот черный, полноразмерный, металлический. Клапан для заправки находится на нижней стороне. Подставляем баллон, 4 секунды держим, этого будет вполне себе достаточно. Весь пистолет сделан из металла и только накладки пистолетной рукояти из ударопрочного полимера. Длина данной модели 220 мм, где 110 мм это длина ствола. Вес пистолета 890 грамм. На верхней части корпуса предусмотрены прицельные приспособления, мушка и целик. Для стрельбы из данного пистолета вам понадобятся те самые страйкбольные шарики в калибре 6 мм. Они заряжаются, конечно же, в магазин, и рассчитан он на 25 зарядов. Для произведения выстрела пистолет нужно взвести, так стрелять не получится. Конечно же, затвор подвижный. Если шарика в магазине нет, то пистолет встает на затворную задержку, снимаем с которой мы его вот так. Все, затвор вернулся на место. Сейчас пистолет находится во взведенном состоянии. Да, здесь есть функция блоубека, имитация отдачи. Давайте сейчас я покажу вам, как же она здесь работает. Прекрасно, мне нравится. 8 из 10 я могу поставить ей явно, прям без зазрения совести. Также у пистолета есть целых два предохранителя. Один находится на рукояти, и он действительно рабочий. Без него спусковой крючок нажать не получится. Второй же здесь двухсторонний. Но его, он только на левой стороне. В данной модели он только на левой стороне, но для его активации пистолет должен быть взведен. И теперь уже ставится. Все. Не пострелять, соответственно. Рукоять здесь, накладки пистолетной рукояти рельефные, для того, чтобы снизить вероятность того, что пистолет выскочит каким-то образом из вашей руки, даже если вы будете находиться в перчатках. По заявлению производителя, скорость шарика в момент вылета из ствола достигает 100 метров в секунду, что полностью соответствует разрешенной мощности для свободной продажи и покупки. То есть да, для приобретения данного пистолета специальные документы не понадобятся. Приходите и покупайте или делайте это и вовсе онлайн, если так вам будет более удобно, но вам должно быть, конечно же, 18 лет. Ну и раз уж мы с вами заговорили о покупках, давайте я расскажу вам, где будет сделать это лучше всего. Приобрести этот аппарат можно у нас на сайте, и сделать это очень просто. Вам нужно перейти в описание к видео, кликнуть по ссылке, выбрать подходящий комплект, исходя из своих пожеланий, и оформить заказ в один клик. Быстро и удобно, доставка по всей России. Обзор на этот замечательный страйкбольный пистолет подходит к концу. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, как он вам, или задавайте вопросы. Я с вами прощаюсь, всем спасибо, пока и до новых обзоров.